Разработчики займутся Карл Джексон, мы опять играем в Undertale. Видос будет очень коротким. Хотя нет. Может и не совсем. А может быть не совсем. Настоящее имя. Да. Ну шучу, на самом деле, это не мое настоящее имя. Я по приколу сделал. А, она же сейчас будет битва. Ну, не битва, а просто встреча с Флауэй. Музыка что-то какая-то другая. Даже не знаю, что за музыка. На нахуй! Ага, вот теперь я узнаю эту музыку. Блин, я забыл, кого там надо грохнуть-то. Сейчас, блин, чуваки, я, наверное, пропущу этот момент. Встретимся на моменте, когда я убью Сноу Дрейка. Ну вот я и встретил Сноу Дрейка. Вот я его и встретил все-таки. Правильно, Сноу Дрейк, да. Убиваем Сноу Дрейка. И больше никого не убиваем. Все. И встретимся в следующий раз, когда я встречу Андайн. Ну вот, чуваки, момент истины. Четвертая встреча с Андайн. Этих видосов будет, ну, порядка много. Просто сколько тут этих монстров. До встречи с Андайн. Если некоторые будут повторяться, но я вот, собственно, список. А, списка нету, ну ладно. Сейчас посмотрим, что он мне скажет. Я убил Сноу Дрейка. Одного Сноу Дрейка. Больше он мне не встречался. Посмотрим. Ага, что люди сострадательны, так? Но ты беспощадный злодей, вот и все. Ты бродишь по пещерам и такой у всех, кто тебе попадется. Самозащита, угу. Угу. Кого их-то? Я одного только убил. Так, давай. Когда я узнала подростка-комика, связавшегося не с той компанией. Больше нет из-за прихоти какого-то человека. Ага, подростка-комика. Все, подростка-комика, все. В принципе, в этом видос можно, в принципе, это. Ей это не понравилось. Но Сансу тоже это не понравилось. Тоже. Приветик. Были дела, да? Нет. Приветик, были дела, да. Короче, я, чуваки, один раз это озвучу, а в остальных битвах я это буду пропускать. В общем, я тут к тебе вопрос. Как думаешь, может ли исправиться даже последний негодяй? Все ли могут стать лучше, если просто попытаются? Ладненько.
В общем, вот вопрос получше. Хочешь неприятностей? Потому что если ты сделаешь еще шаг, тебе точно не понравится то, что произойдет дальше. Что ж, простите, старая леди, поэтому я никогда ничего не обещаю. Какой прекрасный сегодня денек. Птички поют, цветочки благоухают. Это отсылка на фразу Асгора, ну допустим. Такие дети, как ты, должны гореть в аду. Давай, Санс, начинай. Не, пофиг. Я бессмертен, я разгоняю, наверное, всё. Никогда не понимал, почему никто не использовал вначале самую сильную атаку. Я заменил музыку на мегалованию, потому что за нее АП. И просто, ради интереса, подходит, какая музыка подойдет лучше. И в остальных случаях я просто оставлю музыку, а себя убавлю. Когда уже будет битва с Сансом, так что да. Что, ты думал, что я просто буду стоять на одном месте и терпеть это? Даже отчеты сообщают о массивной аномалии в пространственном временном континууме. Временные линии скачут туда-сюда, останавливаясь и продолжаясь. А потом все это резко кончается. Это твоя вина, не так ли? И сейчас будет другая музыка. Что? А! Это, скорее всего, музыка из Adventure Island 3. Просто тут две разные музыки, как бы. Но они на самом деле одинаково звучат. Тебе не понять, каково это. Знать, что однажды без какого-либо предупреждения все просто сбросится. Слушай, я перестал пытаться вернуться уже очень давно. Да, некоторые битвы будут очень, ну то есть одна и та же битва, только с другой музыкой, ну и ладно. И по правде говоря, возвращение наверх меня больше не волнует. Потому что даже если мы вернемся, мы все равно окажемся здесь без каких-либо воспоминаний об этом, верно? Честно говоря, из-за этого сложновато выкатываться по полной. Или это просто жалкое оправдание для моей лени? Чего-то узнает. Все, что я знаю, это то, что произойдет дальше. Я больше не могу позволить тебе оставаться равнодушным.
ну, тем не менее, тебе и ПМ нравится размахивать этой штукой, да? Слушай, я знаю, что ты не отвечал мне раньше, но где-то внутри тебя я чувствую. Внутри тебя есть проблеск хорошего человека. Воспоминание того, кто когда-то пронял бы зубать правильно. Того, кто в другом времени даже был бы мне другом. Давай же, дружище. Ты помнишь меня? Пожалуйста, если ты слышишь, давай забудем об этом, хорошо? Просто положи свое оружие и... Ну, моя работа станет намного легче. Если пощадить Санса, то ни к чему хорошему это не приведет. Даже с бессмертием он не даст продолжить игру. Так что лучше битва. Что ж, попытка не пытка. Похоже, что ты предпочитаешь идти трудным путем, да? Продолжение музыки! Я просто думал, что... Аллилуйя, это все хорошо! Все. Музыка продолжается. А я уже думал, что придется получить цену, но у меня была скрыта надежда, что мы можем быть друзьями. Я думал, что это аномалия происходит из-за того, что человек недоволен. Если бы он получил желаемое, он бы прекратил все это. Сейчас будет по кругу идти, так сказать, сюда, или нет? Музыка из-за стен Акса. Ну, блин, я могу просто говорить, какая музыка из какой игры, но больше только тут. Остальное будете угадывать сами. Если вы вообще кто-либо либо будет играть в угадай мелодию, из какой темы босса та или иная музыка. Это, по крайней мере, полегче будет, чем в... О, все, все заново пошло, ладно. Как это называется-то? Музыка-то? Так, нет, не музыка. Играфон, во! И может то, в чем он нуждался, это, ну, не знаю. Немного еды, немного дурацких шуток, немного хороших друзей. Ну это глупо, верно? Да, ты из того типа людей, которые никогда не будут довольны. Ты продолжишь менять временные линии снова и снова, пока... Ну... Эй! Эй, мне, малыш! А не идёт? Ты поймешь, что нужно уйти. Чуваки, я заранее зеваю, но это как бы спойлер. Ну ладно. И этот день сегодня. Вообще насрать, стою на месте, все, ничего не делаю. Потому что, видишь ли, все эти сражения не сильно утомляют меня. Если ты будешь продолжать изнурять меня, тогда мне придется использовать мою специальную атаку. Да, будет специальная атака, звучит знакомо. Что ж, готовься, ведь после следующей атаки я использую ее. Если ты не хочешь увидеть ее, сейчас отличное время, чтобы умереть. Что ж, все или ничего. Ты готов? Переживи это, и я покажу тебе мою специальную атаку. Что за батлдос пошел? Не, я бы не выжил, ну и ладно.
все, музыка стихла. И только битва с Сансом будет в последующих видосах. А сейчас я тебе тупо покажу, типа, что... Уф. Фуф. Отлично, вот и оно. Время для моей специальной атаки. Ты готов? Вот и ничего. Ага. Верно. В буквальном смысле ничего. Ничего не произойдет. На тебя нашло. Я знаю, что не могу победить тебя. В один из своих ходов ты просто бьешь меня. Так что, я решил, что твой ход не настанет никогда. Я просто буду продолжать свой ход, пока ты не сдашься. Даже если это означает, что мне придется стоять здесь до окончания времен. Ясно? Тебе станет скучно здесь. Если, конечно, ты уже не заскучал. И тогда ты наконец уйдешь. Я знаю таких, как ты. Ты очень решителен, не так ли? Ты никогда не знаешь, что даже если для тебя не будет абсолютно никакой выгоды. Если я правильно понимаю, что бы ни случилось, ты будешь продолжать идти вперед. Я и это из не, и это не из-за стремления к добру или злу. Я просто потому что... Блин, чего я зеваю раньше времени, ёб твою мать? Возможно, ты думаешь, что можешь. И поэтому... А и потому... Что действительно можешь. Ты должен. Вот этого диалога не будет в последующих видосах. Я просто закончу на том, что как только он начинает херачить об стену перед финальной этой, то все. На этом видос будет кончаться. Последующие видосы. Но сейчас ты достиг своего конца. Тебе ничего не остается. По-моему, или моему личному мнению, самое решительное, что ты можешь сделать здесь, это окончательно сдаться. И... Садятся здесь чем-нибудь иным. Вот сейчас вовремя прозевнул, ну как бы я... За меня это придворный зевок был, настоящий зевок не вовремя, сука. Лучше вообще не шевелиться, в принципе. Он сейчас потихоньку глаза закрывает свои. Спи, Санс. Это, спят усталые Сансы. Папайрусы спят. И костями уже лягут наконец. Да, это не в рифму. Но все же, Санс, усни. Спи, Санс, засыпай. А потом я тебя заезжу. Все, хап. Рат-рат-рат-рат-рат-рат-рат. Ты прямо подумал, что смо... 9 999 999. Что ж, похоже, что это конец, да. Просто не говори, что я не предупреждал тебя. Санс очень имбовый перс, и его никак нельзя убить. Это просто кетчуп, который он подложил себе в одежду. Сделал вид, что он умер. На самом деле, чуваки, он нифига не сдох. Я пойду в бару и грилби. Папайрус, тебе что-нибудь нужно? Вот это вот специально он сказал, чтобы для некоторых... ну, типа, вот я видел некоторые... Кто ютуберы проходил эту игру, они на этом моменте даже, по-моему, прослезились кто-то. Ну, специально он сказал то, чтобы, типа, мы почувствовали себя виноватым. Ну и все. Типа умер, он типа умер. Видите, он за кадр ушел, типа, если бы он по-настоящему умер, он не стал выебываться. А это он, сука, на самом деле жив все это время был. Жил-гыл-был. Жил-гыл-был.
И вот, в отличие от нейтрала-пацифиста, тут Азагора убиваем прямо в его саду. Интересно, я не видел раньше, чтобы... Нет, почему я голосом на Санса поржала? Цветы плакали. Должно быть. О тебе меня предупреждал цветок. Приветик. Что ты за монстр такой? Прости, не могу сказать наверняка. Но мы всегда можем... Ну. Больше нет нужды сражаться. Почему бы не обсудить это за... Тут нету пощады так-то, за чашечкой. Я думаю, что это мы уже его не сидим за чашечкой хорошего чая. А нет, это даже не я ничего не делаю. 999 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
Спасибо. Но он помогал на протяжении всего. То есть, надо было решать никакие головоломки, нового босса, идти вперед. Геноцид, он... На геноцид не надо никакие головоломки решать, но... Пофиг. Видишь, никогда тебе не выдавался, это было хитростью, понимаешь? Я ждал подходящего момента, чтобы убить его для тебя. В конце концов, это я твой лучший друг. Видишь, я тоже могу быть тебе полезным. Обещаю, я не стану тебя на пути. Я могу помочь. Я могу. Пожалуйста, не убивай меня. Сдохни, сука. Мать твою. Ёб. Пида. Гнойный, сука. И все. Как бы. Приветствую. Я Роуз. Вообще-то Чара, правильно сказать. Благодарю тебя. Твоя сила пробудила меня из мертвых. Моя человеческая душа. Моя решимость. Они были не моими, а твоими. Сначала все сбивало меня с толку. Наш план провалился, разве не так? Зачем меня вернули к жизни? Ты под твоим руководством. Цель моего воскрешения стала ясна. Сила. Вместе мы уничтожили врага и стали сильны. Ос, атака, защита, монеты. ОП, ур. Каждый раз, когда число увеличивалось, это чувство, это я, Роуз. Теперь мы достигли свои совершенства. Больше здесь для нас ничего не осталось. Давай сотрем этот бессмысленный мир и перейдем к следующему. Верно? Ты отличный партнер. Мы будем вместе навсегда. Ведь так? Ах ты сука. 9999999999999999999. Ах ты сука, закрыла. Но. Play, но я не буду включать читы. Музыка интересная, какая-нибудь будет. Просто ничего не трогаем. Слушаем музыку. Что за музыка вообще? Музыка из Доки Доки, она, скорее всего, взята, да? Десять минут будем ждать, ну а что делать?
О! Наконец-то! Интересно! Чё интересно? Чё интересно? Чё интересно? Ты хочешь вернуться? Ты хочешь вернуться в мир, который ты уничтожил? Именно ты подтолкнул все к краю. Именно ты привел мир к его разрушению. Но ты не можешь принять это. Ты думаешь, что ты выше последствий. Именно. Возможно, мы можем достигнуть компромисса. У тебя есть кое-что, что нужно мне. Дай это мне. Я верну этот мир. Тогда решено. Ты отдашь мне свою душу. Тогда все готово. Так. Опять загружать по 100 раз. Все? А просто тупо сбросил сохранение и все? Вы что, угораете? Она сбросила сохранение. Ну и пошел ты нахуй, шлюха.